Закрой глаза, и ты увидишь сюрприз. Его придумал Энди. И я без шутки его делись. Сюрпризом рады дети. Меня зовут Энди, меня все знают. Это Энди, его все знают. Меня зовут Энди, меня все знают. Это Энди, его все знают. Что с Энди? Эндизавр Рекс. Не знаю, может, я немного и переборщил со своей последней выдумкой. Все началось невинно, но ведь всегда так, да? А Болтус? В ожидании большой проделки я устраивал маленькие. Просто для поддержания формы. Пластмассовый паук? Неплохо, Энди. Мне надоел этот Аболтус, мама, с его вечными шуточками. Успокойся, Джен. Это всего лишь утренняя забава. Ой! Энди! А вот мой трюк с журналами. Это не крупная проделка, скорее второсортный вариант. Все, что нужно, это журналы и наклейки с липовыми адресами. Мама, у меня муравьи в ящике для белья. Сейчас я иду в школу. Вовремя, для разнообразия. Искусство проделок обычно требует жертв. Коллегам мистера Деросса будет приятно узнать, что он подписан на журнал о рэпе. А чтобы мистер Хатчинс не шутил над ним, пусть почитает журнал об украшении тортов. Питер Лик, Ист Гекл, Альберта. Все о куклах. И Эндрю Лич, балетный журнал. У всех свои секреты. А вот и главный прикол. Я приклеил свой адрес к журналу «Спасем маленьких китят». Это поможет Лоре и всем остальным девчонкам узнать о моей чувствительной натуре. На ближайшие 2 недели встречи с Лоре после уроков мне обеспечены. Оу, как ты это устроил? Мы вместе работаем над проектом по динозаврам, а завтра у нас археологическая поездка. Бронтозавры спаривались всего раз в жизни. Аллозавры любили долгие романтические прогулки по вечерам. Эдафозавры закрывали глаза при поцелуе. Брахиозавры любили парами сидеть у костра и слушать пластинки Леонарда Коэна. Она будет без ума от меня, когда мы обменяемся нашими палеонтологическими увлечениями. Эй, Лик, я слышал, ты собираешь куклы? Что? Ты чего? Куклы, ну смешно. А про тебя, Лич, я слышал, что ты подписан на балетный журнал. Наверняка пачка тебе к лицу. Ты поработал с утра? Это результаты вашего теста по археологии. 5. 4 с плюсом. 5 с минусом. 4 с плюсом, круто. 2, супер! Эй, 3! А у меня 3 с минусом, мой средний балл, ну, повысится. Это какая-то ошибка. Нет, ошибки, у тебя всего 2 правильных ответа. Я ни разу такого не видел на тесте с вариантами ответов. Да, здорово, молодец, Лик. Лик и Лич написали лучше меня. Я допустил серьезный просчет. Я нашел ответы к тесту по археологии в библиотечном компьютере. Совершенно случайно, как только разгадал пароль. Но, видимо, это были прошлогодние. Иначе как я мог написать хуже Лика и Лича? А, заходите, профессор, заходите. Класс, знакомьтесь, это профессор Ливингстон. Мы поедем на его археологические раскопки. Я уверен, завтра они будут активнее.
они такие же, как все. Люди насытили свой интерес к динозаврам за предыдущие годы, и мне больше не удается привлечь внимание газет. Я полагаю, вам нужно выпить чашечку какао. Всего два правильных? Даже если отвечать «С» на все вопросы, получишь 25 правильных ответов. Наверное, он списывал улика. Ой, неприятно, наверное. Да, Дэнни, это унизительно. Но сейчас меня волнует только проект о динозаврах вместе с Лори. Две прекрасных недели после уроков. Представляешь? О, Энди, извини, но я буду делать проект по динозаврам с Джервисом. С Джервисом? Я не могу работать с тем, кто написал тест хуже Лика и Лича. Это снизит мой средний балл, и меня могут снять с доски почета. Прости. Не расстраивайся, я объединюсь с тобой. Спасибо, но нет. Запомни одно правило, Дэнни. Мы объединяемся только с умными, прилежными, но наивными учениками. Эй, что за... Неплохо. Спасибо. Это заметно поможет облегчить боль от обиды на Лори. Это мальчик, который ответил всего на два вопроса. В тесте с вариантами... Глупенький. Эй, мы с Личем никогда не писали тесты так плохо. Да ты, Муну, ты самый тупой школьник в истории. Этот тест испортит мою репутацию проказника. И что хуже, Лори считает, что у меня интеллект как у дерева. Нужно что-то придумать, чтобы я выглядел умным. И что же? Пока не знаю, но это должна быть королева всех проделок. Придумал! Ты достанешь лекарство? Возможно, это будет крупнейшее из моих задумок. Не дразни меня, что это? Что если завтра во время поездки я, Энди Ларкин, сделаю поразительную находку? Величайшее открытие тысячелетия! Лори захочет делать проект со мной. Я стану героем, а не тупицей. Оу, звучит амбициозно. Но что ты найдешь? Копию этого куриного крылышка. Но, прости, ведь динозавры были большими. Эта кость станет в 1000 раз больше. Мы встретимся в библиотеке после уроков. Договорились. Это будет не королева проделок, а королева-динозавр всех проделок. Есть, готово. Координаты введены. Итак, задай распечатки в масштабе 1:50. Отлично. Быстрее, у нас мало времени. Этот пластик совсем как настоящий. Нужно вынести эту штуку отсюда. Бери. Осторожно, Дэнни. Назад пути нет. Если мы ее сломаем, мне конец. О-о, Лик Ильич. Быстрей, за угол! Только не это, нет! Оу, что же нам теперь делать? Придется прибегнуть к плану «Б». Хочешь знать, каков план «Б»? Да, каков план «Б»? Пока не знаю, но у любого проказника должен быть план «Б». Как ты мог так плохо написать тест? Я сменю фамилию. Почему ты не готовился? Я готовился? Я смотрел «Парковку юрского периода». Вернее, это была видеоигра, по-моему. Надеюсь, существует рай для недоумков. Мама с папой пошли в кино, и раз уж ты задержался в школе, во что верится с трудом, они оставили тебе деньги на пиццу. Неудачник! Ты придумал план «Б»?
Я согласен даже на план В. Привет, муж! То, что нужно для работы мозга. Повар взял отгулы, я сам испек пиццу. Корка сильно пережарена. Простого спасибо будет достаточно. Муж, ты кулинарный гений. Супершеф-повар. А, ты подлизываешься. Кажется, я сломал зуб. Пришло время плана Б. Твердая, как камень. Да, или ископаемая. Отлично, муж. Сделаешь мне небольшое одолжение. И зачем я дал себя уговорить? Успокойся. Раскопки уже за поворотом. Это будет моя лучшая выходка. Алло, национальный вестник? Говорит Рональд Аргишути, пресс-секретарь премьер-министра. Я хочу официально опровергнуть все слухи о том, что премьер-министр сегодня посетит раскопки, проводимые доктором Левингстоном. Да, он не собирается встречаться с учениками школы Ист-Гекла. Риксли, бери камеру и поехали. Журналисты верят только тому, что ты отрицаешь. Мое открытие попадет на первые полосы. Почему ты выглядишь таким довольным? Задумал что-то? Да нет. Вчерашняя двойка стала для меня тяжким позором. И я принял решение, больше никаких мелких выходок. Только выходки размером с тираннозавра. Зачем нам нужны эти дети? Они все вытопчут, поломают. Я рад, что кто-то проявил интерес. Любая реклама нам на пользу. Мистер Де Росса, добро пожаловать на наш палеонтологический проект. Эй, Эйнштейн, осторожно, не заблудись. Мы с Личи можем позаниматься с тобой перед следующим тестом. Они перестанут смеяться, когда узнают, что я сделал археологическую находку столетия. Лори, я заметил необычную выпуклость на поверхности, которая может свидетельствовать о том, что в земле что-то есть. Ты знаешь, на мой неразумный взгляд, здесь могут быть какие-то окаменелые останки. Эй! Тут что-то есть. Наверное, это просто камень, но... О, какой крупный. Может быть, это... О, Энди, ты что-то нашел? Это ископаемое. Эй, смотрите, Энди нашел ископаемое. Дэнни, подай мою щетку. Она относится к юрскому или к мезозойскому периоду. Чего только не узнаешь из видеоигр. О, боже! Кость прекрасно сохранилась. Кто сделал это удивительное открытие? Это Энди. Молодец, мальчик. Тебе известно, что некоторым археологам за всю жизнь не удается найти ничего подобного. Возможно, у тебя дар. Да, у меня дар. Дар величайшего проказника в мире. Оставьте уголок для Энди Ларкина в центре зала славы проказников. Видели, как Лори смотрела на меня? Отлично! Теперь вы вдвоем, профессор. Сработало. И в честь юного мистера Ларкина и его поразительной находки мой институт подарит $10,000 в средней школе из Дгекла. Здорово! Ради таких моментов и живет любой проказник. Я триумфатор! Завтра утром я приглашаю вас всех в палеонтологический институт. Мы проведем анализ ДНК кости, чтобы проверить ее подлинность. Анализ ДНК? Это ужасно! Они поймут, что кость поддельная, школа не получит 10 тысяч, и Де Росса убьет меня!
Не быстро, а медленно. Наказание за наказанием. Я снова стану неудачником. Я пропал, да. Меньше чем через час мы будем в палеонтологическом институте. А я так и не придумал, что нам делать. Мне конец. Перееду жить в Йеллоунайф. Вынужден согласиться. Но должен же быть какой-то способ. Обратись в турагентство. Да нет, я про способ скрыть подделку. Нужно довериться силе проказника. А если не получится? Тогда улечу первым рейсом в Йеллоунайф. Надеюсь, мне достанется место у иллюминатора. Молодец, Ларкин. Да, классно. Спасибо, спасибо. Я не забуду вас, когда разбогатею. Надо наслаждаться славой, пока не поздно. Энди, только подумать. Я стояла рядом с тобой, когда ты совершал великое открытие. Без тебя, Лори, мне бы это не удалось. Правда? Ого! И я знаю, что ты хочешь спасти маленьких китят. И я тоже. Что, Ларкин, журнал о рэпе, да? Не понимаю, о чем вы, сэр? Ларкин, я просто хотел похвалить тебя. Очень смешно. Знаешь, я очень-очень рад, что ты мой ученик. Рад, что я его ученик? Фу! Пусть лучше Дероса ненавидит меня. Возможно, так и будет. Если ты не придумаешь нечто гениальное... Ну, придумал что-нибудь? Нет, пока пусто. Эврика! Ты о чем? Я сегодня мылся. Смотри, тут полно костей. Им нужен анализ кости динозавра. Будет им кость динозавра. Что ты будешь делать? Что мы будем делать? Достал? Конечно. Ты отлично сыграл. Охранник поверил, что ты упал в обморок. Я правда упал. Все из-за этого стресса. Ладно, операция-диверсия, часть вторая. Ого, этот компьютер может распознать ДНК динозавра по кости? Ну да, это вам не вафельница. Класс, это японская модель? Нет, японская у нас была несколько лет назад. Потрясающе. Дэнни, давай не будем отнимать у нашего друга его ценное время. А теперь при помощи нашей компьютерной программы мы воссоздадим динозавра и узнаем, как он выглядел. Что это? Что такое? Что? Поразительно. Он напоминает курицу, но 10-метрового роста. Это доказывает, что когда-то курицы были главными на Земле. Дамы и господа, мой помощник проверил оборудование при помощи заведомо достоверного ископаемого и подтвердил, что все работает. Итак, сейчас я проверю фрагмент кости, найденный нами вчера. О нет, это катастрофа! Я зашел слишком далеко. Нельзя допустить анализа ДНК. Я должен отключить аппарат. Хочешь выйти на поклон без меня, Ларкин? Нет, так не пойдет. Результаты готовы. У этой кости общая ДНК с сыром пармезан и ореганом. О чем это он? Подождите, это еще не все. Кость состоит из теста для пиццы. Он заказывает обед? И если пиццы раньше не были одушевленными, то значит все мы стали жертвами хитрого обмана. Вы разочарованы, профессор? Вы разочарованы? Как вы поступите? Ларкин, мне следовало догадаться, что это твой трюк. Он обошелся нам в 10 000. Дамы и господа журналисты, да, похоже, все мы были обмануты. Но приятно, что динозавры снова среди главных новостей. Пресса уделила Институту палеонтологии внимание, которое ему так необходимо. И я хотел бы знать, кому пришел в голову столь находчивый план. Кто бы это мог быть? Мы подумали, что дети должны интересоваться сложным миром науки. Я попросил юного мистера Ларкина подготовить план. Гениальная мысль, мистер Дероса. В связи с этим я по-прежнему намерен подарить вашей школе 10 000 долларов.
Ура! Я все-таки стал героем, а не позором. Все сложилось удачно. Мистер Хатчинс сказал, что исправит мне оценку за тест на четверку за то, что я сделал копию кости динозавра. А мистер Дероса... Да, похоже, журнал Рэппи открыл для него новую сторону жизни. Кто бы мог подумать. А самое классное, Лори предложила мне делать проект вместе. Но не все сложилось идеально. Все о куклах и балетный журнал, да, Ларкин? Мы знаем, что это ты, потому что Лори забыла твой журнал про китят в автобусе, но... Тебе придется спуститься. Нет уж, я, пожалуй, побуду здесь. Лик и Лич не в настроении, и мне грозит вымирание, прямо как тираннозавру Рекс. Совместное производство Синегрупп и Сипа.